Лё, сидеть, сидеть. Чё непослушный такой? Иди сидеть. О, боевой лежит, устал, автомат охраняет. Лё. Вот взяли мы его в июле месяце. Было принято решение как бы завести себе собаку. Помощником для на посты, как бы, чтобы собака реагирует быстрее гораздо. Встретились абсолютно случайно при обходе территории, в общем, работая в городе. Девочка не знала, куда пристроить щенка. Вот. И почему-то мы сразу обратили на нее внимание, вот, и взяли его себе. Вот. Было принято решение назвать его Леоном, так как и окрас соответствовал, такой рыжий окрас, и характер настойчивый, такой у него лидерский такой характер, своеобразный. Вот. Ну ничего, мы с ним нашли общий язык. Друг друга понимаем сейчас практически с полуслова. Да, по взрывному делу у нас здесь был сотрудник, неделю с ним позанимался. Вот. И после того он прям стал внимательно относиться к каждой машине. Вот. Обнюхивать ее, помимо того, что оббежит он все пороги, даже под днище автомобиля заглянет. Проверял машину, немножко отвлекся. Вот, и водитель немножко придавил ему заднюю часть. Вот. Ну, сразу же съездили к ветеринару. Вот, ветеринар его осмотрел, поставил уколы. Витамины даем, что организм молодой. Ну, он уже просто стал, это просто уже стал другом. Таким другом, что, во-первых, мы с ним ежедневно выезжаем куда-нибудь, значит, вечером он постоянно со мной ездит, сопровождает наряды, развозим наряды. Он со мной обязательно в автомобиле ездит. Едет со мной домой, конечно. Едет со мной домой. Как можно столько месяцев вместе прожить? Друзей нельзя бросать. Надо всегда проявлять заботу. Тем более я уже как бы, получается, ответственен за него. И эту ответственность надо нести дальше, что, я думаю, он будет моим другом там, у себя, дома. Подобрали, приютили, обогрели. Девочка, Леся зовут. Останется продолжать охранять, защищать нас.